Во вторник в Самарской области будет облачная с прояснениями и пасмурная погода, осадки в виде снега. Дневная температура воздуха -4, -6, ночью 2-4, ниже 0. В Сызрани пасмурное небо, снег в течение всего дня, днем -4, ночью -3 градуса. Ветер юго-восточный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, утром небольшой снег, днем -4, ночью 3 градуса ниже 0. Ветер юго-восточный, 8 метров в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, температура днем 5 градусов ниже 0, ночью -4 и снег. Ветер юго-восточного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.